Где наши люди могут ознакомиться с перечнем обоснованных возможностей выйти из дома? Есть какое-то постановление, есть какое-то решение, что является обоснованным выходом из дома, а что является уже необоснованным и может быть наказанным? Значит, у нас сегодня рекомендуем не выходить из дома, только в случае, если у тебя карантин, в этом случае ты обязан сидеть дома. Если у тебя нету карантина, в этом случае ты можешь выходить и аргументировать. Вот это от каждого из нас зависит. Если вдруг человек выходит не аргументированно, ну просто он гуляет по улице, в таком случае мы увидим, что там массово происходит, в таком случае будет решение комиссии ситуации экшепционали, где будет лимитирование, и это возможность, и мы будем позволять только авторизированно, чтобы люди выходили из дома на основании аргументации, которые будут прописаны. Но сегодня аргументации... Как это было в Китае, Италии, Испании? Абсолютно. Как и во Франции тоже именно есть вот эти аргументации. Получаешь талон, если ты идешь на работу вот до сюда, если ты магазин, то до сюда. Я надеюсь, мы до талонов не дойдем, до этих талонов, и я думаю, что я очень надеюсь, что люди сами сориентируются и поймут, что это не для меня они делают, не для государства, не для себя, для каждого из них они делают. И в случае, если они это нарушают и не понимают, в таком случае будут и эти регламентации дополнительно выданы этой комиссии по ситуации экшепционали, которая была создана для регламентации, нормализации ситуации и борьбы с этим вирусом.